цехе частной столярной мастерской, расположенной на улице Лазо, при совершенно нелепых обстоятельствах погиб 55-летний приезжий из Узбекистана. Мужчину задавило листами толстой фанеры, которые сыпались на него во время манипуляций на складе. Для производственных нужд рабочим понадобилась древесина, которая была уложена в глубине хранилища. Чтобы добраться до нее, необходимо было переложить стопку листов высотой в человеческий рост. Этот трудоемкий процесс рабочие упростили, подперев часть листов. Там был человек, ему надо было достать там фанеру какую-то. Эта фанера находилась в самом конце. И они начали, как-то я не знаю, перебирать. И вот эта подпорка, ну, рабочий говорит, я не увидел, как все это получилось. Смотрю, говорит, он уже лежит, весь в крови. Когда фанерный завал был разобран, пострадавший уже не дышал. Его вынесли на улицу для оказания помощи, однако мужчина в ней уже не нуждался. Скончался он либо от полученной травмы, либо из-за сдавливания груди, и, как следствие, невозможности сделать вдох. Известно, что в Хабаровске уроженец Средней Азии был на заработках. На родине у него оставались супруга и трое детей. К расследованию трагедии подключились сотрудники Следственного комитета. Пока случившееся рассматривается как несчастный случай на производстве. Однако в ходе проверки могут выясниться детали, которые станут поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства фирмы. Вопросы эти будут лежать в плоскости соблюдения техники безопасности и охраны труда. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Склярова и Виталий Векслер.